написать такой видеообзор на приложение Tattoo Tester. Это приложение находится в категории фотографии для Windows 8.1, для магазина Windows 8.1 Professional. Нажимаем на него. Что же мы видим здесь? Различные скриншоты. Скриншоты. Описание на английском, кнопка «Установить», две оценки по пятерочке и английский язык. Похожие приложения, приложения от этого же автора. Нажимаем на кнопочку «Установить». Ждем, пока установится. Вот такое приветствие в виде тату. Вот, что же мы видим? Create from photo, create from camera. Фото нам нужно. И нам нужно выбрать фото, например, с, ну, тела какого-то. Сейчас выберем. Выбрала фото. Оно находится у меня на рабочем столе. Вот. Мальчиков. Будем им сейчас на них пробовать всякие татуировки. Вот, почему-то на них полный рост. Ну, выберем вот этих двух. Нажмем Crop. И смотрим, что же у нас здесь есть. У нас здесь есть звезды. Раз, два, три, четыре, пять. Пять доступных, все остальные недоступны. Вот, какой-то там глаз. Угу, вот. Например, взяли звезду, набили ее на груди, и все. Вот. Мне бы еще, конечно, было... Ага, окей. Мы вот это оставляем. Дальше что? А, вот, это следующая категория. Я жму, не понимаю, почему она изменяется. Окей. Так. Вот эти вот большие татуировки у нас. Сейчас их нельзя. Вот сердечко такое сделаем. Вот. Мне бы хотелось бы какую-то смешную татуировку громадного размера. Нет. Вот такую сделаем ему. На всю грудь. Вот, вот это мы сделаем. Вот так. Если нажать Enter, она... Нет, нет, нет. Оно не сбросится. Я думала, несколько татуировок попробовать. Так. Все остальные, видно, заблокированы. Дальше. Рамка, кружочек, овал. Стрелочка, боже. Так, что еще здесь есть? Вот, Супермен. Отличная тату. Прикольно смотрится. Волк. Вот, ну, в принципе, можете здесь смотреть по категориям, хотя бы приблизительно, если, например, видите то, что та, которую вы, допустим, хотите, или, не знаю, или просто планируете такой же размер, там, посмотрим, как она будет смотреться в этом месте, то, да, можно попробовать с помощью этого приложения. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши обновления. Будет еще много чего интересного. До свидания.